Если вы установили, что на вашем доме, значит, и непосредственно в вашу квартиру проникает вода ввиду того, что прохудилась кровля крыши, вы должны соответствующим письменным заявлением обратиться в управляющую компанию для того, чтобы они произвели ремонт крыши и определили возможности и необходимость проведения капитального ремонта крыши. Вот. Если управляющая компания ссылается на недостаток средств, на какие-то еще субъективные факторы, обращайтесь сразу в жилнадзор для того, чтобы они провели проверку по данному факту, однозначно будет установлено нарушение действующего законодательства. И они предпримут все меры для того, чтобы устранить данное нарушение.